Нашей республике 31 год, а все началось здесь, столичный театр, 2 сентября 90-го. Солнце прячется за облака, уже чувствуется осень. Почти как сегодня. Внутри все снимают на камеру. Сейчас эти кадры знают все. И вот тот самый момент. Провозглашение республики и единогласное «за». Прошу голосовать. За. Прошу объяснить. Кто против? Воздержался. Принято единогласно. 2-й чрезвычайный съезд депутатов всех уровней Приднестровья готовиться начали сразу после первого съезда, который прошел 2 июня. Основания были. В конце июня в Кишиневе признали создание Молдавии незаконным и фактически отказались от нас. Объявили титульную нацию, забыли свой язык. Приднестровье сказало «нет». Уже были проведены референдумы. В декабре месяце в Рыбнице 89 года. В январе в Тирасполе проводились референдумы по районам. В этот период, после первого съезда, собрался Координационный совет, на котором, в принципе, было поддержано предложение, которое звучало на первом съезде, о провозглашении уже республики. Было принято решение начать подготовку ко второму съезду. По селам мы ездили, в селах тоже была поддержка. Несмотря на то, что приезжали должностные высокие лица из Республики Молдовы, пытались прессовать, запугивать. Кстати, такого количества сходов я после этого ни разу не видел, честно говоря. То есть вот такой был энтузиазм людей. На втором съезде 579 делегатов. Это представители сел, поселков, городов Приднестровья. Поддержка была колоссальная. 2 сентября автобусы ехали в Тирасполь отовсюду. Ключевым моментом, понятно, было принятие постановления съезда о провозглашении Приднестровской Молдавской Советской Социалистической Республики. И, естественно, все это транслировалось на город и на эту площадь перед театром, на которой собрались сотни горожан, если не тысячи, то есть заполнена была площадь, прилегающие улицы. И когда было объявлено о провозглашении, здесь тоже раздавались аплодисменты бурные и крики «Ура!». Лично у меня были чувства, что то есть, происходят какие-то важные очень события, то есть вообще в истории. И вот мы участники этого, то есть я этого участник. Была идея, то есть, за которую был смысл бороться, и она носила благо, добро. По-доброму мы строим жизнь до сих пор. В Приднестровье мирно живут все. Это стратегия развития. Курс тот же, что и 31 год назад.